Всем привет! Сегодня мы рассмотрим отличный смартфон Dugibel 5000. Телефон действительно небольшой, как для своего дисплея, за счет чего очень удобно лежит в руке. Устройством без проблем можно пользоваться одной рукой и дотягиваться как до нижней кнопки, так и до верхней шторки. Диагональ дисплея составляет 5,5 дюймов, что является оптимальным размером как для контента, так и программ, которые производят на данный момент. Рассмотрим подробнее грани устройства. С левой стороны устройства находится лоток под сим-карты. С правой стороны кнопка блокировки и клавиши регулировки громкости. С нижней грани находится микрофон, динамики и разъем под зарядку. И с верхней грани одиноко разместился стандартный вход под наушники. В смартфоне установлен 5,5-дюймовый дисплей, который имеет защитное стекло. Оно не позволит дисплею разбиться или поцарапаться. Дисплей с разрешением 1920×1080 точек. В устройство установлен дисплей, который имеет теплую цветовую гамму. Угол обзора дисплея равен 176 градусам. При наклонах телефона цвета на дисплее не искажаются. Корпус у Dugibel 5000 пластиковый, но это не стоит бояться. Смартфон имеет надежный каркас, который убережет все внутренние элементы телефона при падении, а что самое главное, хоть телефон и пластиковый, но он совершенно таким не выглядит. Весь корпус смартфона, за исключением стороны дисплея, стилизирован под стекло и довольно-таки неплохо выглядит. Основная камера в телефоне двойная, и каждая из них имеет разрешение по 13 мегапикселей. Фронтальная же камера имеет разрешение 8 мегапикселей. Снимки все камеры делают среднего качества, но это если вы не профессиональный инстаграмер. Если вы не ставите камеру основным элементом в смартфоне, то она будет для вас более чем неплохая. Батарея в телефоне на 5050 мАч, что позволит работать телефону без проблем полтора рабочих дня. Благодаря нетребовательному к заряду процессору, смартфон не расходует больше, чем нужно, и устройство живет гораздо дольше. Пришло время поговорить о начинке телефона. Процессор здесь установили 8-ядерный MTK6750T, что имеет частоту в 1,5 ГГц на каждом ядре. Оперативной памяти в телефоне 4 ГБ, своей памяти в телефоне 64 ГБ. Также в смартфоне имеется слот для карты памяти объемом до 128 ГБ. Что можно сказать в завершение о данном аппарате? В смартфоне есть возможность установить две сим-карты. Это дает вам преимущество в подборе тарифных планов на интернет и звонки. Также при выезде в другую страну будет возможно использовать и свою основную сим-карту, и карту местного оператора. А благодаря энергоэффективному процессору смартфон будет жить от одного заряда гораздо больше, чем аналогичные смартфоны его ценовой категории. Купить данный телефон вы можете в нашем интернет-магазине tuk.com.ua. Подписывайтесь на канал. До следующих видео.